прекращай! Папа! О, мамочка! I believe I can die! Так, ребят, всем привет! Привет! Привет, привет! В общем, мы, ребят, сегодня собрались на экскурсию. Экскурсия называется Хануман. Это зиплайн трасса. В общем, мы сейчас ждем свой трансфер, ребята. И сегодня обязательно поснимаем весь наш день. Я думаю, будет весело. Это такой активный отдых. Вы готовы? Да. Нам сказали обязательно одеть обувь закрытую. И ботинки у них. Креативные. Это после... После нашей картины, да, говорит Полина? Я так думаю, что она у нас долго прямо останется в голове. И даже у мамы ботинки такие. Вот, а у меня вот. Я в ожидании нашего. Хануман, пошли. О, нифига. Вот такая маленькая подножка, и все. Оп, и залезли. Ничего себе. Hello. Thank you. Вот это сервис, я понимаю. Смотри, сразу же на входе какой-то дракон, да? Это ручище, смотри. Мы, в общем, поднимаемся все выше и выше, в джунгли прям. Здесь вот такая вот стоечка. Мы подаем свой электронный билет. У нас билет на 4 человек. И сейчас дальше будет, наверное, заполнение бумажек. Полис безопасности лис. Но, тем не менее, по-русски написано. Сейчас, в общем, заполним и идем дальше. Так, окей, предлагают еще местное, в общем, видео, то есть они тут поснимают, если вы покупаете, 1700 стоит. Одна персона, да? Монтаж мощная на телефоне. One person, yeah? This one for one person, this one family, special. Family. Вот, допустим, нашу семью поснимать, 2800 будет стоить. И выдадут такие вот качественные видеоматериалы. Ну, мы же сами немного, в принципе, монтажеры и операторы, поэтому будем снимать на нашу камеру. Окей, no need, thank you. Там трос натянут между деревьями, да? Тебе дают такое снаряжение, и ты летишь по тросу. Да-да-да. Ты смотри, как прикольно. Здесь у них написано кумкват, дерево. Потом лонгкон, смотри, дуриановое дерево. А, слушай, подписали, да, все? Да. Ну, мы типа в джунглях находимся, и поэтому они сделали вот такое, чтобы, знаешь, вопросы не задавали. Ну, готово, нет вообще? Да. Так. Не боишься, нормально? Нет. А поле? Боишься? Окей, white color! Смотри, здесь звери ходили. Тоже в туалет ходили, наверное. Звери в туалет ходили? Да. Туалет, смотрите, какой. Бамбуковый. Инструктаж, ребят, по-русски. Это трос, трукат. Russian language very good. Sorry. Хорошо, да? Так, ну и я, как вам уже говорил, закрытую обувь обязательно надо брать с собой, потому что в тапочках или еще всякой штуки не пустят. Заставит покупать обувь. Обувь стоит примерно 200 бат. Вот девушка приехала в то тапочках, и она выбирает себе обувь. Банданы такие классные выдали. Давай, помогу. Так? Нет, да. Не так, да? На мой голова не налезет. А что экономили материал столько? Ну, потому что они не знали, то, что дядя Слава придет. Вот, сама. Very good. Ну подожди, потерпи. Давай его оставим, как носовой платочек. Спиной. Спиной. Ноги. Ноги. Хе? Ой, хе? Давай, да. Большой кабан. Большой кабан. Ё-моё. Ё-моё, блин. Ещё? Большой кабан, ё-моё. Maybe I'm sit here. Wait, а? А я извиняюсь, несчастные случаи были у вас? Будут? Давай, вода с собой, твоего. Смотрите. Для твоего. Зацените. Вода-то именитая, смотрите. Можно попить? Ну, надо отцеплять. Экскурсия только началась, мне уже все понравилось. Ты уже тебе понравились вот эти прикольчики, да, их? Я понял. Так, ну поднимаемся. Говорят, лифта и эскалатора нету. Приходится подниматься в джунгли. Эх. О, слушай, прям тут, прям по камням. Давай ручку. Смотрите уже, как люди поднимаются. О,
Все, мы это сделали. Don't touch or grab the cable. Near through the throat. If you touch this equipment, run, maybe hit your finger. Maybe yeah. cut your finger off. Your hand hold here. If you not be scared, open your hand. Fly. I believe I can die. No, I no can die. Fly today, not die. Yes. And last thing before you reach there, lift your fist up, leg up higher. Ноги вверх, ноги поднимай. Да? Да. Let's go. I believe I can fly. Okay. Ноги! Давай, нормально, братан, нормально. Ноги, да, спасибо. Я боюсь. Все, боюсь. Stay here, yeah? Yeah. No, no, сюда. А, сюда. Окей, стравай, братан. О, дядя, мы держим, Окей. Ну, нормально. Прикольно. Так, ждем наших девчоночек. Жути нагоняет. Смотрите, что творит, а. Ноги! Ну, затравай. Прям вообще, костик тебя вообще не чувствует. Ну, что, как? Класс? Клёво. О, Никуська. Ой, что-то там прям страх на глазах. Затравай, затравай. Как? Окей. Никусь, как? Клёво. Класс, да? Давай, маму ждем. Мама, давай! Мама, давай! Не очкуй! Не очкуй! Мне еще понравилось, как это тряслось прямо. Вон он, вот, еще, вон, вот, 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 он и трясется, смотри, что делает. Мама! Мама! Ноги подожми! Мама! Подожми. Мама! Ноги, вставай, руки! Кля! Окей, погнали сюда. Я же там вообще не смогла спрыгнуть. Я подошла к краю, села, говорю, нет, я не могу, я ушла. И тебя подтолкнули? О, мамочка. Ой, я не могу. Да нормально все, пойдем дальше. Мама, короче, телефон еще, он оказывается, блин, вообще здесь давай, не давай. Подойдет. Но ты в руке подойдет. Держи его. Я не могу, у меня, смотри, какие руки скользкие. Он у меня просто выскальзывает. Он меня дразнит. Давай, блин, кентай. Вероничка нормально ушла. Ну, смотрите, мы поднялись на дерево. Дерево. Вообще просто веселый день. Ну, конечно, чуть страшно, но вообще мне как-то страшно весело. Страшно весело. No, you don't remember me! No! No! Он еще подкидывает специально, блин. Не качай, да? Мама боится. Нет, не качай, мама боится. Памперс набрасывай. Погнали! Полиня! Руки, руки! Руки опускай, Полиня! Лети! Я сам себя боюсь. Вообще, ну высота, конечно, есть немного. Понял, но... да? Он говорит то, что говорит очень быстро. Ну, конечно. Очень быстро. Кабан большой, летит быстро. Мама! Руки, мама, руки! Опускай, мама! Руки опускай! Прикет, мужчина, прикет! Ноги, брата, ноги! Да, открывай, ё-моё, большой кабан, руки! Ну, слушайте, такое ощущение, что сейчас, знаешь, в столб еду, короче. Но как-то вовремя все останавливается, на самом деле. Прикет, прикет, прикет! Брата, ноги! Ай, ё-моё! Чуть дерево не сломал! Я-то точно пипи сделаю. Not pipi on the way, okay? Папа, не качай! Папа! Нет, мама пипи кака! Ну, короче, я понял. В общем, без инструктора была бы экскурсия просто сухая, не смешная на самом деле, но эмоциональная на самом деле. Так, мам, ну что, ты пипи, нет? Ну кака? Мне не нравится, когда он не качает. За нами. Ой, лучше вниз. Вниз смотреть. Ноги! Да, стравай, руки.
не шкуй, да? Да! Ой-ой-ой! Клэр! Ай! Суп, блядь! Маленький кабанчик. Маленькая, папа. Ё-моё. Ноги! С травой. Клэр! Окей, вот это вот не нравится, когда... Когда приближаешься к дереву? Да. Ну, он тормозит, смотри, вот если посмотришь. Мама, ё-моё, нет, ты пикака, да? Нет, мама, не очкуй. Я пипи чуть-чуть, мама. Ё-моё, ё-моё. Не очкуй, нет. Но он меня еще и пугает специально. Ну, в целом, как, нормально? Нормально, вот, кстати, сейчас уже не так как-то страшно было. Ну, ты что-то из всех у нас этот очкун, я смотрю. Все, ну мы выбрались из джунглей, у нас первый такой обзорчик на Пхукет. Не, ну понятно, но у нас есть страховочка, она постоянно с нами, поэтому мам, как бы... Дерево. Вот, дерево, кстати, качается, да. Потому что эти изверги, смотрите, что утворяют. Ой, банчой! Да, для того, чтобы, мне кажется, наоборот, это... Жути придать. А может быть, и правда смягчает. Да нет, он жути придает, смотри, он там качает. Вот, смотри, смотри. Так, ты пристегнул, да? Все нормально? Да, нормально. Нормально? Пока. Ну ладно. До свидания. До свидания. У-ху! Качаем. Папа, папа, давай, папа, нормально, папа. Нормально. Папа чуть дерево не да, сломал, блин. Папа, не качай, папа, большой кабой. Мама, качай. Ого, ого. Ноги! Фига тебе, папа. Ноги! Вороника! Фига, нормально. Ты чуть не вылетел с трассы, блин. Полина! Полина! Туда, туда, Полина! Отходи! Ноги! Давай, Полина! Идемте! Мама! 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 Мама, ноги, мама! Мама, не качай! Мама! Мама, блин! Мама, и тин-тин, йоу-йоу! И тин-тин, ням-ням! Папа, папа, и тин-тин! Говорит, и тин-тин, ням-ням, говорит. Чуть-чуть написала, говорит. И тин-тин, и тин-тин. Папа, будь, ой. Ну, что-то ты здесь прям очень прям... Лицо поменялось у тебя. А я не качаю, что я качаю? Я иду, тут дерево, блин, давит мне в плечо. Ай, блин, блин, мама, мама, о, блин, мама. Сядь, папа, садись, а? Садись, садись, садись. Садись. Папа, ноги, ноги, о, папа. Раскачали чуть-чуть. С травой, папа. Нет, ё-моё. Ой, Полина. Окей, супер. Ты говоришь, не качай, он качает, да? Вот, вот, сейчас самый, самый-то у нас трус где? Мама, нет. Мама, иди, иди, иди. О май гад. Окей, мама. Не, шикуй, когда моя. Ты пошла туда, дальше, да? Вот так. Один, давай. Пока. А не, она лайтовая, я не знаю. Окей. Окей. Давай сюда. Маленький, сюда, 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 сюда. Мама! Нет! Мама! Мама! Не ошкуй! Ноги! Давай, ём. Опа! Стравай, папа, стравай. А вам минут. Я вот... Готовы. Погнали. Погнали. Ноги! Еще, папа, еще. Где? Папа, еще, еще. Папа, давай. Ой-о, спасибо. Я тебе, снимала, папа. Молодец. Мама, чуть-чуть, мама. Мама, мама, мама. Мама, мама, чуть-чуть, чуть-чуть. Ноги, мама. Мама, ноги. Погнали. Да, пока. Ноги! Ты боишься, мы будем
ноги. Ноги, мама! Sorry, мама! Мама! Мама, нормально! Мама! You go back! Ноги, Полина! Поволенника! No, папа. Okay, one more. Push up. Okay, give me your leg. Здесь, короче, лицом вперед. Yes. Open your hand. Open your hand. 1, 2, 3, go! Bye-bye! Oh my God! Сейчас он... поедет со мной. Прикольно, фотки получают. Значит, если я не боюсь, то можно со мной ехать. А себя видео? Вообще. Ноги, мама, ноги. Первый, эл. Нам подошли, да? Нормально, да? Нет, руку, Полина, руку. Убрала. Давай, руку, нет, только трость. Да, прием. Да, прием. Один, два. Руки опускай, руки! Нормально. Молодец. Втроем, блин. Ну что, классно? Снова. Руки опускай! Ё-моё! Да, это сколько надо кататься, чтобы так изображать, да? Спасибо. Ой. Нормально, да? Вставай, нормально, да. 视频，然后觉得很害怕，然后现在觉得很高兴。我也很高兴。你们都好可爱。谢谢。Подожди! Да что ж меня разворачивает так все время спиной? Ой. О, вот это высота, конечно. Офигеть. Фига, после меня как качается. Один из спусков получается на веревке. И вот этот прям самый такой вот, хочу вам сказать. Ой, высоко очень. Да, высоко очень. Погнали. Ой, братан! Ну блин, ну да, есть что-то в этом. Не надо. Давай сюда. Слушайте, свист какой-то стоит непонятно. О, вы уснули. Последняя трасса на сегодня. Папулька аж подкидывает. Фото на память в этом месте. Мы уже сделали фоточки. Катя в инстаграмчик разместит. И идем сдавать снаряжение. Я мокрая, как лягуха вся. Нормально, зато эмоции, свежий сейчас, воздух. Сейчас сниму каску и ужаснусь. Тебе еще футболочки вручают. Подарочные. Большой? XXL мне дали. Мама, М-ка. Что тут у нас нарисовано? Ну, в общем, их фирменная, стильная. Thank you, bye. Маленькая анаконда. Нет. Маленькая. Я большой. Большой? Большой. О, у тебя прям платье будет целое. О, класс. Покажи, пожалуйста. Ага, и с той стороны. Хануман. Так, и по плану мероприятия у нас сейчас ужин. Сейчас, в общем, не знаю, посмотрим, чем здесь кормят. Картошечка с карри. Фрукты. Это что такое? Супчик.
А, это овощи. Овощи у нас. Мясо. И что тут? Ну, какие-то тоже овощи. Рисик вот такой, вот, супчик. В общем, здорово. Приятного аппетита. Приятного аппетита. Мне очень понравился карри. Я вот так вот добавляю, получается, в рис карри. Просто очень вкусно. Еще курица, вот это вот мясо, очень вкусное. Оно такое мягкое, очень прям мягкое, такое сочное. А этот ребенок у нас только курочку наяривает. И арбузиком заедает все. Про билеты, ребят, совсем забыл. В общем, мы закончили. Все, наш уже трансфер ждет до нашего конда. Билет, в общем, стоит 2800 за одного человека. Это с ужином. Ужин хороший, перекусили, едем сытые, довольные, домой, с эмоциями. И спасибо большое компании Phuket Chip Tour за предоставленные путевочки. Ой, я сюда на второй ряд, пожалуйста. Я нет. Вероника уже примерила новую футболку. Ну, вот так вот ей не терпится. Покружись. Она специально так сделала. Нормально платье, да, получилось действительно, да? Как поездка? Страшно было? Рекомендуешь с таким же ребятишком, как и ты? Путешественником юным. Да, точно. А ты, Полин, скажи, юным путешественникам понравится? Да. Это здорово. Это здорово. Самое главное, чтобы детям понравилось. Ну, в принципе, я считаю, что безопасность у них на высоте, везде пристегивают, дублируют вот эти все карабинчики. Да, он даже не отстегивает страховку, пока не перецепит другую. Да. Ну и немного как бы придавали жути, немного нас пугали, шутили. Но детей не пугали. То есть было весело. То есть было местами страшно, но весело за счет инструкторов. В общем, экскурсия классная, ребята. Рекомендую с семьей обязательно к посещению. Все. А мы движемся дальше. И сегодня у нас такая блогерская встреча. Вообще место какое-то блогерское. В общем, приехали все, наверное, кого мы знаем, да? В общем, встречались на Хайнане, приехали своим ходом. Ну, Ваня, понятно, здесь живет, Макс здесь живет. Взяли свои подарочки. Максу я еще не вручил, хотя я видел ребятам своим ходом. В общем, сейчас идем вручать подарочки. Еще я подготовила подарочек. Она буквально за 2 минуты все это дело нарисовала. В ушко кому вручать? Лобик загорел. Загорело. В ушко вставь. Кармен. Во. Здрасте. Мы уже, конечно, виделись, поэтому... Да. Уже здороваться, обниматься не будем. Это тебе на Соньку. Приветик. Привет. Да, кстати, знакомьтесь, вот Катя тоже. А это мы, собственно, не подготовлены были, мы вообще не знали, что вы приедете, поэтому конфеточки вам. А тебе вот блогерская штучка, смотри, с ветрозащитой, со всеми делами. Но ее немного надо апгрейдить, посмотри вот сюда. Вот, внутри черная она покрасить. Ого. Потому что обликует немного. И вон товарищ стоит, еще я пойду ему еще вручать. Хватит курить. Я с подарочками. Мы против курения на каналах. На моем можно. Да, ясно. Смотри. Блин, это, вот. И мы уже подготовлены. Чаечек. Это чай? О, да. И здесь у нас насадочка, та знаменитая. Клево. Блогерская, с ветрозащитой. Спасибо. Он такой радостный, довольный такой. Да, спасибо. Круто. Ну что, вот оно, это знаменитое место. Обжираловка, Ваня еще называют ее. 300 батов, смотрю. Ну, выпивка отдельно, да? Да, конечно. А все по меню прям вот, что хочешь, да? Меню нету, вот вся еда на столе. А, все, вот, я вижу. Вот, сразу же, вот она, завлекаловка, сразу же мясо. Запах мяса просто офигенный вообще. Я так понимаю, здесь салатик можно еще сделать. В общем, сейчас мы это дело все опробуем. Соусы. И вон там еще. Здесь у нас мясо. Ой. Так, еще подъехало мясо. Рыба. Рисик, курочка, спагетти, бутербродики, картошечка. Короче, только-только открылись, видно, что еще выставляют. Помочь вам, девушка? Много не набирайте, потому что, но вы же понимаете, что надо в тарелке, чтобы ничего не оставалось, да? Макарончики, ты серьезно? А пойдем мясо выберем. Смотри, какая сосиска. Такую. Вот это? Это немного будет? Нет. Смотри, какая сосиска классная. Может, ее? Нет.
сезонище практически. Или он, может, готовый шашлычок, смотри, он там уже готовенький. А? Это, да? Да. Все, я понял. Ты показала, да, ему уже? Тебе харя не треснет, а? Все ждем. Самый голодный. В очереди. На готовочку видели, нет? Контейнер, посмотрите, маринованного мяса. Просто достал и жарит. Все как-то по супчику там, не знаю, по салатику. Вон, ребята, смотри, взяли. Максим. Вот, я чуть-чуть перекусить взял, это первое. Класс вообще. Так, я думаю, да, наверное, с мяса вот так вот начнем. И с салатика немного. Вот салатик уже готовенький был. Хотя можно приготовить. А зачем, собственно, когда уже все готово? Ну что, мы закончили наше это безобразие. Так, у нас малая 99 вышла, старшая 199. А ну и по 300 бат. По 299 бат, если бы сказать точнее. Вообще место зачетненькое, мясное, вкусненькое. Идем дальше. Вам понравилось, кстати, хотя бы, нет? Идем дальше. Домой. Что тебе понравилось, дочь? Все понравилось. Фрукты? Все понравилось. Мяско? Все понравилось. Все понравилось. Все понравилось. Мяско, фруктики. Я даже не стал никуда ходить. Мне очень понравилось, знаешь, не поверишь. Что? Банан, запеченный в каком-то блинчике. А мясо прям вот? С медом. Прям пойдет. Мясо я поела, как бы, но... Я так, знаешь, не усердствовала.